пить хочешь? Мы приехали в Мцхету. Место на карте я тыкнул наугад. И вроде пока ничего. Ну попей еще. Если мы найдем, привет. Мы в ресторане на берегу реки в городке Мцхета. Привет, привет, привет. Но я вам хочу показать кое-что, что занимает все мое воображение сейчас. Смотрите, тут казанка. Это же лодка, ну, будто прям та, которую я восстанавливал всю зиму. Офигеть. Только посмотрите, она в оригинале причем. Класс. Продается она, интересно, или нет? Там монастырь, тут две реки, значит, в одну. Так, что мы имеем здесь у нас, вот прямо вот здесь, это место слияния Куры и Мцеури. Вот там известная локация, монастырь Дживахети. Туда мы, конечно, сегодня не попадем, но заметочку поставим. Сейчас мы были в чудесном месте, вот в этом ресторане, с прекрасной кухней. А нахожусь я на такой просто обычной башенке, на которой есть вот эта штука, не помню, как называется. За моей спиной вот там находится Мцхета. А вот мое семейство. Они побежали к лошадке, судя по всему. Никогда бы не подумал, что буду встречать свой 31-й год в таком месте, в священном месте для вообще грузинского православия. Забавно. Вот в том монастыре наверху, который Дживахетский монастырь, там стоит внутри крест, который установила туда, ну, наверное, не своими руками, а может быть и своими, Тамара святая при крещении Грузии. Это было в 5 веке. И монастырь 5 века, представляете? Поразительно просто. И Мцхета, она тоже 5 века постройки. Удивительное место вообще, конечно. И мне сегодня 31 год. Не, мы уже оттуда ушли, Юрашек. Сейчас пойдем гулять дальше.
быть один малыш, а другой папа. По асфальту реки редко проходит, не покури, почему так веселый такой. Как это есть-то? Смелее, смелее. Хотели, хар. Это не могу.